Итак, вот я развела коктейльчик. Это у меня мужские витамины. Ну, иногда можно, если женских нет. Почему нет? Вот такой вот коктейль питательный. Видите? Кстати, вот этот фужерчик, мартини наливается в него. Раньше я иногда пила мартини. Сейчас я уже с октября совершенно не пью. И мне это не хочется, и мне это не нужно. Вот. Так что... Но изначально была просто идея, мысль. Где-то год назад я подумала, а круто было бы совершенно не пить и совершенно ни капельки не курить. И сегодня это так. Вот так.